На первом в этом году совещании правительства подвели итоги праздников. В целом оперативная обстановка была спокойной, однако зарегистрированы несколько серьезных ДТП и 66 пожаров. Последние вызывают особое беспокойство. Новогодние праздники для пожарных – жаркое время. К сожалению, опыт показывает, что именно в это время растет количество возгораний в жилом секторе. А в этом году и жертв огня тоже стало больше – 15 человек. В прошлом году за аналогичный период погибли 5. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Спасены 7. Несмотря на весь комплекс мероприятий, которые проводили органы власти на местах, при подготовке новогодним, рождественным праздничным мероприятиям в республике, как уже Михаил Геннадьевич отметил, произошла трагедия в деревне Арнар Урмарского района. К сожалению, я уже сказал, погибли 6 человек, трое взрослых, трое детей. Предварительно причина пожара – неисправность бытовых электроприборов, предварительно холодильник. Главными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем в результате курения, неисправные печи, дымоходы в банях, электрооборудование. Управление МЧС России по Чувашской республике просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Напоминаем, телефон пожарных и спасателей 01, с мобильного 101. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика.